В Бресте люди готовы тратить на модные вещи около 150 рублей в месяц. Такую статистику привели сотрудники ББС Сбербанка на основе анализа средней суммы чеков среди владельцев пластиковых карт. Поэтому эффективно представить коллекцию своих новых банковских карточек на фэшн-мероприятии, где обсуждали тренды бизнеса и моды, руководители посчитали самым удачным. Поскольку встреча на одной площадке крупного банка, интернет-магазина и модных брендов обеспечивает дальнейшее перспективное развитие каждой сферы. Мы приняли участие в этом мероприятии, потому что фэшн-индустрия и банки – это две сферы, которые на сегодня очень быстро изменяются. Поэтому для того, чтобы быть в тренде и в теме, мы решили объединить усилия. Компания «La Moda» совместно с БПС Сбербанком выпустили комбрендинговую карту «La Card», которая не только дает возможность потребителям обновлять свой гардероб, но и также получать до 10% манибека от совершаемых покупках в интернет-магазинах. Брест – самый модный город Беларуси, и это неудивительно. Здесь начинали свою карьеру многие известные белорусские дизайнеры, поэтому не случайно площадка для мероприятия стала областной центром. Особенно приятно быть сегодня здесь, в Бресте, в центре нашей модной на столице, можно сказать. И мероприятия, которые будут, я уверена, проходить совместно с БПС Сбербанком, будут иметь все более и более широкий масштаб и характер. Потому как фэшн-бизнес в нашей стране развивается и развивается очень активно. Бренды растут, бренды открывают розничные сети, бренды взаимодействуют, делают интересные яркие коллаборации. Освещать это все и помогать им – это наша задача. Мы расскажем о трендах, о том, как актуально выглядеть в новом сезоне и как важно носить одежду белорусских дизайнеров. Мы гордимся тем, что большинство участников недели моды Беларуси – это дизайнеры из города Бреста, поэтому это мероприятие, наверное, правильно было бы начать именно здесь, в этом городе. Действительно, брещане знают толк в моде. Большое количество одетых стильно и со вкусом гостей на фэшн-мероприятии подтвердили это. А изюминкой модного вечера стал показ новой коллекции белорусского дизайнера Ларисы Балуновой, которого ждали все гости без исключения. И вот момент настал. Дефиле. Яркие образы, интересные модели, музыка и свет добавили показу динамики и зарядили гостей модной энергией. Легкость и женственность – этими словами можно описать представленную коллекцию. Трендами сезона весна-лето 2020 заявлены натуральные ткани, лен и хлопок. Классические цвета – теплый бежевый, молочный и белоснежно-белый. К слову, определенный шарм каждому образу добавляли крупные аксессуары, с которыми в этом сезоне можно смело экспериментировать. Но главное, мир моды постепенно начинает уходить от одежды оверсайз и переходит к женственным образам, которые смогут подчеркнуть красоту и чувственность любой девушки и женщины. Так что в канун 8 марта, уважаемые мужчины, подарите карточки БПС банка своим прекрасным дамам, и вы избавите себя от выбора подарков. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК ТВ.